Ряд социальных объектов села Шахтер Нуринского района в этот раз оказались под особым вниманием. Как работает физкультурно-оздоровительный комплекс, плавательный бассейн и местный дом культуры, показали главе государства. Удалось даже встретиться с творческими и трудовыми коллективами. Подробности в репортаже. В этом физкультурно-оздоровительном комплексе села Шахтерское Нуринского района функционируют секции по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису, казак-курисы и даже тренажерный зал. Заниматься сюда ездят и дети из соседних сел Музбель, Егинды и Байтуган. Мы очень рады, что у нас есть возможность играть, у нас есть все для этого. В дальнейшем хочу дальше развиваться спортом, стать тренером или учителем физкультуры. В рамках рабочей поездки президент осмотрел плавательный бассейн и недавно отремонтированный местный дом культуры. Он отметил вклад директора ТО «Шахтерская» Георгия Прокопа в реализацию проектов на селе, как социальную ответственность бизнеса и приверженность развитию спорта, культуры и искусства в родном крае. Народный духовой оркестр села Шахтерское исполнил несколько произведений. Глава государства подчеркнул важность реализации спортивных и культурных проектов в регионе. В ходе посещения Нуринского района президент побеседовал с тружениками села. Сегодня здесь на предприятии в сфере сельского хозяйства работают 245 местных жителей, которые в основном занимаются посевом зерновых и масленичных культур, а также картофеля. Сейчас мы работаем на новой, современной технике, который существенно облегчает наш труд. Поселок не стоит наш на месте, как вы видите. Постоянно развиваемся. В общем, делается все, чтобы здесь было жить комфортно. Антон Александров, Николай Шевелев, 5 канал. При содействии телерадиокомплекса президента Республики Казахстан.